VT-4, также известный как MBT-3000, китайский основной боевой танк третьего поколения, построенный на Ринко для экспорта за рубеж. Является частью семейства танков, созданных на базе прототипа Type 92. Основные отличия от более старой модели – установка нового дизельного двигателя с турбонаддувом мощностью в 1300 лошадиных сил, цифровая система управления огнем, спутниковая навигационная станция GPS. Боевая машина оснащена 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, которая, кроме снарядов, может стрелять ракетами на дальность до 5000 метров, а также 12,7-миллиметровым зенитным и 7,62-миллиметровым встроенным пулеметами. Имеется также 8 76-миллиметровых дымовых гранатометов и 4 76-миллиметровых шрапнельных гранатомета. Танк оснащен тепловизионным прицелом второго поколения. Танк имеет автомат заряжания для пушки, что позволяет управлять машиной трем членам экипажа. 52-тонный VT-4 может развивать максимальную скорость по шоссе 70 км в час при максимальном запасе хода 500 км. Танк может преодолевать брод глубиной от 4 до 5 метров с подготовкой и траншеи шириной 2,7 метра, подъем 60% и вертикальную стенку высотой 1,2 метра максимум. Стандартная комплектация включает в себя систему коллективной защиты, систему идентификации свой-чужой, систему целеуказания Hunter-Killer, систему оптико-электронного противодействия GL-5, систему кондиционирования воздуха и систему подавления взрыва. Система оптико-электронного противодействия представляет собой систему оповещения о лазерном облучении, объединенную с системой постановки дымовой завесы. VT-4 оснащена композиционной броней передней части корпуса и боковыми шторками, также выполненными из композиционного материала. Шторки, защищающие ходовую часть, оснащены штатными креплениями для динамической защиты –